сколько мы все вместе ждали. Была такая огромная интрига, счастье, счастье, все об этом говорили. Что же это наконец-то такое? Ну-ка, расскажи. Счастье – это самое замечательное чувство, которое надо испытать всем. Это бар счастья. Здесь каждый счастлив. Вот ты счастлива? А я да. Я тоже счастлив. Уникальное заведение хорошего состоит в том, чтобы создать в нем тусовку. Бар счастья, именно этим и занимался на период своего строительства, период его возведения. И в этом и есть его фишка. Оно сразу сказало, ты придешь к нам, и ты получишь счастье. Ребята постарались, достаточно камерно получилось. Что думаешь о названии этого заведения? Мне кажется, немножко хипстерятиной, да, попахивает? Нет, на самом деле счастье – это потому, что это заведение собрало в целом концепцию многих заведений. Ага. То есть тут есть и бистро, тут есть и кальянная, тут есть и зал, в котором можешь потанцевать. Поэтому счастье, то есть счастье во всем. Здесь есть два зала. Один, как я понял, танцевальный, а второй тот типа ресторанчика. Может поужинать, посидеть, спокойная музыка. Два зала. Да. Все эти два зала в столах. Да, естественно. Танцпола нет? Нет. А танцевать девчонкам где? Возле бара или на баре. А, можно, то есть? Конечно. Ты разрешаешь? Да. Знаешь, если ты хочешь танцевать, ты найдешь, где можно потанцевать. Да, действительно. Можно танцевать на барной стойке, на столе. Подвинул кого-то, просто человека, который ест, залез туда и начал танцевать. Да, и начал танцевать, почему бы и нет? Вот это заведение имеет какое-то отношение к Гэтсби? Владельцы одинаковые, арт-директор одинаковый, отношения никакого. Бармены одинаковые. Бармены одинаковые, да. Ведущие одинаковые, диджеи одинаковые, ты одинаковые, все одинаковые. Но это разные вещи. Там мы сходим с ума и до утра, до самого вот этого, да, все. А тут себе ведем как приличные люди, красиво наряжаемся, надеваем каблучки, да, и такие, да, все оп-оп-оп, правильно? Да, абсолютно верно. Да. Я за то, чтобы было немного народа и вообще, чтобы этот, как бы сказать, контингент немножко отличался от контингента, который ходит в Гэтсби, чтобы как-то немножечко был разный уровень. Ты же самый знаменитый старший бармен в городе у нас, правильно? Ну, я не люблю таких громких речей. Ну, тем не менее, теперь ты в новом месте. А как же старое место без тебя? Я буду работать и там, и там. Какой день приходить куда, чтобы застать тебя? Буду чередовать пятницу, например, в одном заведении, в субботу в другом. Что, вот твое самое любимое здесь что? Камин. Камин просто шикарный. Подождите, камин очень шикарный, но мы его еще не разглядели. Мы сидели в том зале. При должном управлении, правильном отношении к гостям и внимательном отношении к тенденциям и трендам, которые сейчас в мире, да и в принципе того, что не хватает в Хабаровске, место может выстрелить. Всех гостей я приглашаю в каминный зал возле ковра, где тепло, уютно, и да, приходите в счастье. Thank you.